Выставка одной работы. Мрамор Куэлга. Гений Дзю после. Или длинный кулак. 1999 по 2000. Рубил. Была на выставке в Манеже в 2002 на 70 лет Мосха. Сын Пути и гения дзюдо. Что с нами происходит? Ведь длинная рука, скорее кулак, на философию наводит. Вот Куэлга. Чем отличается от Карары? Пятнами темными. Ну, иногда они играют какую-то роль. Добро и зло. Что побеждает? Добро или зло? Гений дзюдо и после. До и после. Семьдесят лет Мосха в Манеже было. Никакой прессы. Все были на открытии выставки. Вся пресса, телевидение, церетели. Вот поэтому так все у нас проходит. Вот это обычно скульптор лепит, потом формует форматоры и гипсовые модели уже. Мраморщики вырубают из куска мрамора. Я же беру просто кусок мрамора, глыбу, не зная, что получится, и начинаю рубить. В 99-м году и портретов-то нигде не было. Так несколько раз видел по телевидению, поэтому портрет, как говорится, не с натуры.